Давай расскажи, что это за часы вообще, какого так, года? Какого года это часы? Это конец 80-х, 87-й, 90-х где-то, крайне-крайних. Да. Потом, что, включение в режим реального времени, 23-й год, нажимаем нижнюю кнопку и верхнюю, появился колокольчик по часовой сигнал, угу. Далее включаем будильник на 6 утра заведен. Также одну кнопку держим, вторую нажимаем, появился будильник. Угу. Дальше. Секундомер. Побежал. Стоп, сброс. Далее таймер. Надо его установить сначала. Вот так устанавливаем таймер. Например. Вот ты этой. Зажал. Не, я ничего не зажал. Вот этой кнопкой меняем места, потом одна минута. Выключаем, запускаем. Вот, все, пошел таймер. Через минуту он сработает. Это у нас дуал тайм, второе время. Можно московское, нью-йоркское поставить, все. И реальное время. Подсветка. Подсветка хреновая. Выруби все пищуны вот эти, выруби. Серег, сейчас, все. Здесь лампочка работает, нет? Работает, но слабенькая, как на всех фонтанах. У меня шарп есть с таким же будильником, только круговой. Вот так. Вот тоже те же функции. Видал когда-нибудь такой шарп? Сделай мне и приноси на продажу. Ага, он стоит 1010, я вам отдам навек. Там шарп, вот этих кнопок нету, да? Вверху все вот этим кольцом все чик-чик переключаешь. И пищун такой же. Прикольно, кстати, не брал. Кого не брал? Я тебе звонил вечером. Я спал.